Привет! Была прекрасная погода сегодня, и я ходила в книжки магазин, и очень хорошо, я купила немножко книг, но когда я пришла, пошел дождь, и я была на улице, может быть, минуты 3 или 4, и сейчас. Не? Ты смотришь? Я никогда... Я не знаю, почему люди живут... Shit. Я не знаю, почему люди живут в Vermont. Это все. И извините, если ты живешь в Vermont, но правда, почему? Я думаю, что сейчас дождь закончил. Минут 10? Почему? Я не знаю. Может быть, потому что много растений. Здесь. Я не знаю почему. Я люблю пустыни, Калифорнию, Эвадию, не Вермонт. Да. И когда я снимаю блог, все нормально здесь. Сегодня я сдавала тест. И я думаю, что неплохо, но не хорошо. Я всегда получу нехорошие отметки, может быть B или B+. Но в Стэнфорде в курсах русского языка в Стэнфорде обычно все люди получают А или А-, потому что очень трудный язык, и преподаватели не хотят бояться студенты. Извините, неправила грамматика, но я не знаю. Да. И в экзамене я поговорила... Нет, я сказала о университете, и о семье, и так далее, и так далее. Но я... да, но абсолютно не на уроке, и это проблема. Я могу выучить глаголы и слова, но когда я говорю, я всегда так нервная, и я не могу, я не знаю глагол, но я всегда забыла новые слова. Да, это большая проблема. Я не вижу, на вижу, shit. Я навижу русский язык. И мирупари. И дождь. Но я... Это сейчас лучше, чем раньше. И... так хорошо. Эй, пока.